Украина увеличила импорт нефтепродуктов на треть. Больше всего нефтепродуктов было поставлено из Беларуси, России и Литвы. Всего за полгода Украина импортировала 465 миллионов тонн нефтепродуктов. Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года, до 2,7 миллиардов долларов. Об этом сообщает Униан со ссылкой на данные Государственной фискальной службы. Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 1,01 миллиардов долларов, 36,71% расходов на импорт нефтепродуктов, из Беларуси 1,11 миллиардов долларов, 40,37%, из Литвы 262,7 миллионов долларов, 9,54%. Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 368,3 миллионов долларов. Всего за отчетный период Украина импортировала 465 миллионов тонн нефтепродуктов. Также сообщается, что за данный период Украина экспортировала 253,4 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму 139,4 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что Украина увеличила импорт нефтепродуктов через порты в 2017 году. Рост импорта обеспечил Николаевский морской порт. Также сообщалось, что в Киев по Днепру будут возить дистопливо из Беларуси. Речь идет о двух нефтеналивных судах грузоподъемностью по 750 тонн. Сначала поставки планируют осуществлять дважды в месяц. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.